И самолет такой пролетает. Нет, повернуться. А, смотри, самолет такой пролетает. Ничего не понимаешь. Самолет, смотри. Я вижу, ну, сейчас где-то самолет, видимо. А пехота изготавливается к атаке. Там люди были. Конечно, люди подорвались. Все, понятно. Да нет, я прям стоящий. Что там произошло? Что выстрелы, как показывают? Да снимай! Готовьтесь! Птичка. А там же еще и куни. Степа, держись. Держусь. Я снимаю. Снимайте все взрывы. Падает. Сейчас он махнет рукой и будет. Три, готовься. Один. Ну, давай. Давай, махай. Он ждет. Он махнет. Я сказала три. Где? Три. Два. Пять сек, и сейчас будет все. Один. Я же говорю. Сейчас еще второй заряд. Да. Вот снаряд загружать. Но меня глушило. Сама они, которые друг друга не стреляют. Знаешь, я прянчик, мне хорошо. Там пожар! Там пожар! Огонь! Пожар! Там огонь! Задушат, не переживайте, все под контролем. Это же военные действия. Огонь! В итоге потом половина этого сгорела. Костер! Костер развели! Сейчас потушат! Полицейский это смотрит как нормально. После завершения артиллерийской подготовки немецкая пехота начинает выдвигаться на позиции для наступления и захвата позиций Красной Армии. А будет стоять? Нет. Трава не горит. Кроме зеленый. Отсюда не видно. Не, уже тушится само собой. Зеленая трава не горит. Сухая. Сухая горит. Не нападают. Куда ведь нельзя? Эти нападают. Они сейчас выезжают. Они сейчас выезжают. Ну танк один уже выехал. Круто. Я видела сейчас желтые пятна. А огонь-то стал больше? Нет. Огонь больше и больше. Немецкие части поднимаются в наступающие цепи, разворачиваются в боевые порядки и начинают двигаться на позиции Красной Армии. Thank you.
Русские не сдают! Я же вот этот вот бит. Хедр едет! Боже, просто рол! Минометный расчет. Интересно. Немецкой армии пытается подавить пулеметное гнездо на позициях Красной армии. Раненого лечит.
раненого добили. Это мы добили, кто засел специально. Не, не добили, как наоборот, лечит нас. А что делают? Они один патрон стреляют, а другие лежат. Да, самолет. Давайте представим то, что он был на скиде. Свистком подается команда к броской атаке. Где? Они их бомбардируют. Они захватывают территорию. Степа, не комментируй. Немцы как нас. Наступающие порядки немецких войск врываются на позиции Красной Армии. Солдаты Красной Армии начинают отступать. Чё, основная техника не едет? Немцы захватывают окопы красноармейцев. Отстреливаясь, красноармейцы отступают под огнем немецких солдат. Немецкие солдаты добивают раненых. А ты знал о том, что немец дал русскому хлеб? Позиции Красной Армии захвачены. Операция «Зейглис» развивается по плану. Да я вижу. Немецкие солдаты начинают хозяйничать на территории, только что захваченной ими. Они осматривают окопы. Выбрасывают из окопов погибших бойцов. В одном из блиндажей немецкие солдаты захватывают не успевших отступить наших санитарок и девушек-связисток. Он застрелил. Он упал. Блин, тесно. А они не замечают типа танки, вот это вот сюда. Видимо, вот эти немцы, они тупые, потому что вот танки. А у них три танка. А этом танке это танк. Нет, это не танк. Это перевозные. Нет, это танк. Вот, наш начинаем. В плен попадает офицер Красной Армии. А, так это не победная это? Нет, это только первый день. Немецкие солдаты безжалостно расстреливают раненых. Я думала, это они говорили, что у них там мало патронов, и вообще, что это не спрячут вам в сути, потому что в это время к позициям начинается выдвигаться конвой. Это немецкие мотоциклисты гонят местных жителей. Местных жителей и пленных. Они что, хранили? Где мама? А это те люди, которые пленники, наверное.
с тобой буду прыгать. Немцы празднуют победу. У них звучит музыка. По-хозяйски они ходят по позициям, курят, смеются. Предполагаю, что они останутся на этих позициях еще очень долго. Немцы хотят убрать и зачистить позиции. То есть убрать тела павших бойцов Красной Армии. Это группа пленных и местных жителей, пригнана ими сюда, для того, чтобы они убрали тела погибших солдат, стащили их в воронки. Таким образом, зачистив территорию, защитив себя от запаха разложения. Настолько поглощены данным зрелищем, что не замечают, как к ним приближается разведка Красной Армии. А, я видела, там чел. Разведчики должны были выявить пути предстоящего прорыва Красной Армии из окружения. Спустя 70 лет поисковые отряды будут находить эти воронки и поднимать останки наших солдат. Это граната. Они туда кинули гранату. А мама. Вон сюда. Еще долго. Наших пленных солдат и мирных жителей выстраивают на краю воронки. Свидетелями этого безжалостного преступления становятся наши разведчики. И они открывают огонь по фашистам. Огонь прямо на голову. В небо взлетает красная ракета. Таким образом разведка дает сигнал к прорыву наших частей из окружения. Вон, он заряжает. Разведчики принимают неравный бой. Прорыве из окружения принимают участие остатки танковой бригады и несколько броневиков. Легкие танки и два броневика БА-64.
под прикрытием дымовой завесы и начинают оттягиваться к своим бывшим позициям. Немецкая самоходка стреляет по советскому танку. Противотанковой артиллерии. Немецкая самоходка подставила борт под залп нашего орудия и таким образом подбита. Экипаж начинает покидать подбитую машину. Который достигла наша бронетехника и поднимается в атаку. По красноармейцам открывает огонь оживший немецкий ДЗОТ. Там дальше, вон он. Вот это вот, что мы делаем. Война интересная.
А в другой раз будет что-нибудь новенькое? Мама, если еще раз такое будет, там будет что-то новенькое? Двое бойцов получают приказ уничтожить пулеметное гнездо. Боец ползком подкрадывается на дистанцию броска гранаты к Зоту. К сожалению, у него не получается уничтожить пулеметное гнездо. Сраженный очередью из пулемета, он падает. Второй броец бросает гранату. Но пулемет продолжает вести огонь. И тогда наш солдат повторяет подвиг Александра Матросова. Своим телом он закрывает амбразуру вражеского дзота. Теперь Красная Армия поднимается в атаку. Последний решительный бросок. Еще один остался. Там немец один. Вот так. Летом 1942 года.